Больше детей, меньше налогов. Госдума для многодетных семей вводит льготы, которые были предусмотрены посланием президента России. Закон об этом принят окончательно. Он освобождает от налога на имущество по 5 квадратных метров в квартире и по 7 в доме на каждого ребенка. Также изменения внесены и по земельному налогу. Те, у кого трое или более детей, смогут серьезно сэкономить. Вычесть 6 соток при расчете налоговой базы. Другая важная поправка. Налог на землю не может увеличиваться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, упрощается взаимодействие службы и плательщиков. Пенсионерам налоговые органы будут сами начислять льготную сумму. Никаких заявлений для этого не потребуется.